Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 июля. Продолжаю дегустацию томатов. Вот только что показала вам этуаль, который более подходит для хранения, для фарширования, чем вот сейчас для свежего употребления. Потому что у меня для свежего употребления очень много томатов. Впереди у нас задница обезьяны. Показала уже кумата. И показала вот эту вот малиновую зебру, которую мне прислала моя зрительница Александра из Белоруссии. Сейчас будем смотреть такой же томат, только оранжевую зебру. Но только что малиновую зебру я попробовала, она вкусная. Сейчас буду пробовать оранжевую зебру. Но перед этим хочу сказать, что примерно вот у нее высота 1,5 метра. Она считается тоже среднеспелым. И указано, что плоды могут быть до 400 грамм. Но у меня сильно крупных в этом году плодов не было. Вот 250, около 300, не больше. Потому что у нас сильно жарко. И я не успевала их поливать. Влаги им не хватало. Но тоже она тигровая, как это считается, биколор, полосатик. Причем, смотрите, у каких-то меньше вот этих полосок. У каких-то полосок вот этих больше красноватых. Конечно, вот эта декоративность, так же, как у малиновой зебры, вот на оранжевом фоне вот эти розовые малиновые полосы и вот эта двухцветная мякоть, когда они полностью вызревают, смотрите, получается двухцветная мякоть и такая прозрачность. Вот это. Конечно, все это привлекает огородников. Во-первых, она очень вкусная, все желтые, оранжевые, очень красивая и... Формировать, как обычно, я вела в два ствола. Получается, вот мы сейчас с Катей собирали. Катя вот поделилась, говорит, насколько же она увешана, вот эти зебры, плодами. Прям хорошая у них урожайность. Я хочу вот эту, если честно, хочу вот эту малышку, приспевшую, попробовать. Вот когда вот так вот она до такой степени поспеет, это самая вкусная помидорка. Видите, она как какая-то, не знаю, передает вам камера или нет, как янтарная, прозрачная. Вот даже все просвечивает у нее. Прелесть. Вкусная. Она, знаете, какая? Она вот вроде бы как сладкая, немножко даже фруктинкой отдает, но немножко есть кислинка. Есть вот вкус вообще просто сладкий, никакой не выраженный томатный. А это он и сладкий, и в то же время ты не забываешь, она не дает тебе забыть, что это томат. Вроде бы как их фруктовый что-то есть, нотка чуть-чуть заметная. Ну, короче, не только сладкая. Богатый вкус такой. Хороший, мне понравился. Но вообще, у меня она выращивалась в открытом грунте. Значит, скорее всего, ее можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте. Потому что в теплицу запихать можно любой томат. Если формировать, если дать достаточно места. И он все равно там вызреет. А вот в открытом грунте не любой томат, особенно у нас в сибирском регионе, вырастает и вызревает. Вот это видите, еще июль месяц. Она уже вызрела несколько кистей почти вся. И я удивилась, что она так быстро... И так массово начинает спеть. Вот это оранжевая зебра 320. Конечно, это такой коллекционный, наверное, скорее всего, томат. Потому что... А, кстати, если та малиновая зебра приехала ко мне из Белоруссии, оранжевую зебру мне прислали с Кисловодска Татьяна Орленко. У нас в магазине, если честно, я не видела. Скорее всего, на сайтах или у коллекционеров. Какие томаты... Семена можно купить в магазинах, я вам говорю, вот наши сибирские, в сибирском регионе почти все можно купить в магазинах. А вот таких вот томатов у нас не продают. Наверное, потому что они очень красивые и вкусные. И никто не хочет их распространять в магазины. Все, до свидания. Сейчас будем, самое интересное, задницу обезьяны мне охота распробовать.